Илья, мы с тобой. В футболках с такой надписью вышли на матч воспитанники спортивной школы «Олимп». Эта игра для них особенная. Ведь она важна не только результатом, но и тем, что ребята посвятили ее своему другу Илье Чеснокову, страдающему от онкологического заболевания. Больше 2 лет он играл с ними в одной команде. На поле выступал в роли центрального полузащитника и мечтал стать знаменитым футболистом. Но суровый медицинский диагноз внес печальные коррективы. Ребята играли, чтобы Илья увидел это потом по телевизору, игру, и все делали для него, чтобы он порадовался и поднять ему настроение. И юным футболистам это удалось. Победив домодедовскую команду «Авангард» с уверенным счетом 4-0, ребята после 2 этапов лидируют в зимнем первенстве Москвы. А после успешного выступления спортсмены подарили Илье Чеснокову символическую футболку. Мы все команды расписывались ему, и каждый от себя давал ему пожелания. То, что он желает. Допустим, я пожелал здоровья ему. История болезни Ильи началась еще 2 года назад, когда врачи впервые выявили коварный недуг. К счастью, тогда его удалось преодолеть, но сейчас случился рецидив, и молодой человек вновь оказался прикованным к больничной койке. Как врачи сказали, тяжелый случай, в тяжелом состоянии. У него опухоль головного мозга и опухоль спинного мозга. В результате этого паралич ног случился. Но реабилитологи сейчас восстанавливают его. То есть ногами он двигает спокойно. То есть, ну, потихоньку приводит чувство. Известие о страшном заболевании Ильи Чеснокова еще больше объединило и без того сплоченную футбольную команду. Ребята регулярно навещают товарища, созваниваются с ним, делают все, чтобы он не падал духом и знал, что друзья всегда рядом. Я каждый день практически пишу, когда возможность есть. И каждый день, ну, раз в неделю еду к нему. Я вот в понедельник был у него. Впрочем, поддерживают футболисты своего друга не только морально, но и материально. Сейчас, как никогда, Илье нужна финансовая помощь. И оказать ее может каждый желающий, пожертвовав любую сумму на лечение юноши. Сейчас на экране вы видите реквизиты карты Сбербанка, которая принадлежит Илье Чеснокову. Конечно, новость грустная, но мы все понимаем, то, что Илья как и на поле, так и в жизни человек сильный. Поэтому мы верим, что с ним все будет хорошо. И, конечно, так и будет. Мы тоже верим, что Илья обязательно справится с болезнью и вернется к обычной жизни, к друзьям и спорту. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Видное ТВ.